Так, всем привет. Канал ОРТ Лайфхак предлагает мастерам показать свой лайфхак. Короче, так, тема такая. Вот у нас есть космофен. Камера не подъезжает. Космофен 20. Этого достаточно. Вот у нас есть клей от прозрачного скотча. Стрейч. Чем его отмывать? Отмывать его проблемно. Мы сталкивались. Крышечки закрыли. Отмывается просто на раз. И, кстати, остатки герметика тоже отмываются, которые не смог соскоблить. Все. Так, берете шпателек. Обычный шпатель за 3 рубля. И погнали. Все прекрасно отмывается. И в уголочках. Шпателек помогает нам отмывать. Все, забыли. Теперь вот этой банки литр вам хватит на жизнь и вашим детям тоже. Так что, покупая банку, вы уже будете знать, что подарить дочке на свадьбу. Ну, короче, будет у вас стоять и у ваших детей. Но если вы мужчина в доме, такая штука вам пригодится обязательно. Объясню почему. Вы решили сделать откосы сами. Да, вы домашний мастер. Вот. Вот купили саморезы. Режем ножницами, потому что ножик он может порезаться. Если у вас этого нет, у вас все рассыпалось. Вы их начинаете собирать, портить подоконник. Потом дрожащими пальцами. Вы же будете делать в субботу, потому что в субботу у вас выходной. А так как в пятницу у вас был предвыходной день, пальцы у вас будут дрожать. Короче, так делать нельзя. Что мы делаем? У нас тарелка железная, магнит. Чего с ним будет попадать? То есть, показываю второй раз. Насыпали. Все. Спокойно берем. Для чего еще может пригодиться? Пожалуйста. Это ведрок. Вырежем. И бьем вам. Ну, короче, вы электрик, решили сделать, всякое бывает, оставить дом без света. Находите, что там у вас, профиль, и все, все, вы на коне. В отличие от космофена, это не тратится, она бесконечна. То есть, будут пользоваться не только ваш сын, но ваш внук и ваш правнук. Не забываем. Все. Механизированная шпаклевка рулит. Это мое. Да не да. Все, да, наверное, все. Ну что, валим?